Здравия желаю, братья и сестры, с вами, как всегда, Тагеркейн. Мы продолжаем проходить прототипы, это у нас, кажется, 20-я уже будет часть. Да, в прошлой части мы остановились на том, что мы добрались до Элизабет Грин и убили ее. Убили, имеется в виду, поглотили, и узнали кое-какие подробности. Походу, Нью-Йорк собираются бомбить, и не обо чем, а самим ядерным оружием, вот. Так, что там по испытаниям? Да, испытания вроде как все прошел. Но давайте-ка для разнообразия попробуем попоглощать зараженных. И думаю, после этого сразу же приступим к выполнению наших заданий. Ай, вторую случайно нажал. Это наверху, что ли? А, нет, за ним. Опа. Еще одно лицо. Что-то реально... На этот раз их реально очень много попадается. В прошлый раз, ну, при моем последнем прошлом прохождении как-то не настолько много было. Брайан Зермана. We were all expecting something pretty dramatic in Hope right after we introduced Carnival 2. What happened? Nothing. Ой, напрям уж. У меня, кстати, миллион уже накопилось. Я хочу на кое-какую способность их накопить. Бабло. Да, зацепись за стену. Где вертолет?
Все, всех уничтожил. Вроде да. Всего один гражданский погиб. Ну-ка, я хочу узнать, почему у этого задания серебро только. А, я вспомнил, почему. На, тварь. Да, блядь, мне слишком мало времени дают. Да уж, гениальный. Гениальный ход. Не, надо хотя бы бронзу заработать. На, тварь. Блять, надо вот так же долбить просто. Не успел. Ну, хотя бы серебряное осталось. Так, что там по бабло? По бабло. Не хватает. Многовато все равно. Ладно, черт с ним. Давайте приступим уже к заданию. А то опять затянемся. Вампир все равно... Та еще этот, что ли? Сфера, что ли? Я ее не забрал, что ли? Похоже, нет. Все-таки. Вон там еще одна, кажется. А, нет, это не бар. Есть. Уйди нахуй. Сколько тут подсказок, все-таки охереть. Вроде здесь была синяя сфера. Вот она.
Не туда, блядь. Да ладно, засекли, серьезно. Да ёб твою. Отвали от меня, грёбаный верт. Ну, а это сраная будка или это другая какая-то? Вроде другая. Сколько раз он этот телефон будет выбрасывать? Охренеть, сколько всего. Многовато, солдатни. Да ладно, не заметили, серьезно? Гребаный бот. Бля, нет, он меня травит. Заткнись.
Вы чё, охуели, блядь? А я их поглотить, кстати, не могу. Вот и все. Наверняка я сейчас внутри радуюсь, что наконец появился достойный противник в виде людей. Обычных людей. Ну, они не совсем обычные, но вы их поняли, короче. Ах ты сволочь. Блять, хотел было шипы вызвать, не получится, наверное. Ах, прилетело. Послышал ли кто-то сказал ебать?
Вы чё, охуели, сразу сбивают? Как ты уцелел? А, черт, подкрепление. Да, не в того. Так, запись идет. Ой. Последний остался. Блять, засекли. Успели. Strike package now. Delta friendly, tornado 5 or 2.
Ох, нихуя! Уже что ли? Не достал. Да, не понял. Как? Дай пизду. Я же Е нажал, а не правую кнопку. Выше. Да, блять. А, блядь. Да двигайся, мышка ебаная. Да где газ? А, вот. Все. Ну, неужели? А чё он хотел-то? Или специально, да, взяться в плен. Да уж. Нежный финал. Давайте-ка я без разговора прокачаю вот эту хрень и, наверное, пожалуй, на этом закончим. Все, есть. Давайте сначала, и теперь затестим его на ком-нибудь. Бум!
Я хочу, кстати, на Empire запрыгнуть специально. Чтоб протестить. Чуть не упал. Ну-ка, если вот так попробовать залезть. И короче. Бум! Мощно. Очень даже мощно. Глянем-ка, что еще можно прокачать. А, среди навыков что осталось? Вот эту хуйню миллион прям стоит. Ну это в другой раз. Качнем его. А не, 550. Есть еще вот такая хуйня. В принципе, все прокачано. Хотя, стой. Пулемет, оказывается, не прокачан еще. А в остальном все. Вроде как. А, и артиллерийский удар еще. Давайте вот это качнем, чтобы просто было. А, черт, не хватает. Ну все, короче, будем копить и продолжим в следующий раз. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, оставляйте отзывы в комментариях. Также не забывайте делиться с этим видео с друзьями. А еще вы можете подписаться на мои социальные сети в описании к видео. Всех целую, всех обнимаю, всем до встречи, всем удачи. Удачи, блядь. Берегите свое здоровье и помните, один путь, одна цель.